Привет, народ, доброе утро. Наташа, доброе утро. Доброе утро, я смотрю на бассейн, какие это надписи. Переводим ваш взгляд и здороваемся с Дубаи. Доброе утро, Дубай. Идем на завтрак, посмотрим, что же такое за завтрак. За завтрак в этом шикарном отеле. Наташа, масочку забыла надеть. Я не забыла, уже никого нет пока. Ну ты да. Думаешь, сейчас набросятся, забудут. Да. И будут надевать маску, а потом штрафуют. Тогда я приспущу, мало ли. Говорят, люди в отзывах в лифте ехали, приспустили маску, и им так из лифта голос, масочкой оденьте. Что, серьезно? Ну да, они в отзывах писали, поэтому я такая думаю, лучше-то вообще-то одеть. Не, ну хорошо поговорить, ладно. Так, доброе утро, залив. А мне нравится посидеть. Ну, хорошо. Шикарно. Все, сейчас едем на завтрак, смотрим, что за такой завтрак могут предложить в таком шикарном отеле. А как это он там делает? 57? Все, завтрак у нас проходит на этаже М. Смотрим, что за этаж такой. Ясно, нужно регистрироваться, показать, что мы заплатили за завтрак. И пойдем посмотрим. Похоже, здесь нету шведского стола, здесь, наверное, все будет приносить. Я ленивая. Please, very far from IC, окей? Very far from IC. Не люблю возле кондеров сидеть. Да, это место я вчера видела, когда там прогуливалась. Йоу! Окей, yes, окей, thank you. Oh. Я могу зато показать, что будет. То есть это как и в экзотическом отеле. Можно набирать себе еду. Точнее, что я говорю, вам человек будет набирать еду. Так, не могу приблизить сейчас, водичка не тормозит. Ну вот, оливочки есть и фасолька, огуречек с морковочкой, салаты разные. Потом вся эта вот шинка, так сказать, ветчина, по-моему, финики, ананасы, арбузы и горячие блюда. Сейчас Наташу будет набирать, наверное, я сниму, как она будет набирать. И что это вообще у нас тут? Ух ты, фалафель, как шаурмишка. Но я не могу сказать, что уж очень-очень много, но все-таки что-то есть. Вот я, например, не понимаю, что это такое. То есть томатное масло, наверное, самбар, это какие-то эти индийские, наверное. Он какой-то игли. Индийские блюда тоже интересно. А что один чувак ел? Короче, стоим пока немножко разобраться, как нам поесть еще. Вот, люди вернулись, могу еще снять сладкий стол. Тут, наверное, надо заказывать. Вон еще есть соки. Просто мы многие блюда не знаем, она говорит, сядьте, вам принесут. А. Ну, а так, а что делать? Тебе так не нравится? Какие у нас варианты? Не кушать? Просто подойти опять. Ну, вот пока такое вот. Потому что времена такие. Да. Сейчас нам подойдут и к нам, и нас обслужат. Вот милый мальчик поставил нам арбузик, дыньку. И эти вкусные штучки, я забыла, как они называются. По-моему, не змеиный фрукт, а... Господи, сейчас найду, напишу вам в субтитрах. Дальше сказали, что вы будете есть. Хотя, кстати, фрукты принесли, у нас не спрашивали. Наташа говорит, я бы хотела посмотреть. Он говорит, ну идем, идем, сейчас тебе наложим все, что ты хочешь. Это холодные салаты. В общем, короче, народ, вы все говорите, вам все в тарелку складывают. Так это еще хорошо, что официант есть. А представляете, когда сидит полная толпа людей, и просто официанты будут потеряны. Let's start from the beginning. Окей, ну сейчас я уже буду набирать, потому что
реально как бы. What do you have? This one a little. Sorry. Yeah, little. This one? Yes. This one is okay. Okay, I want to try. No, сразу кладут. Okay, fine, 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 thank you. Cheese, two pieces. Cheese, two pieces, cheese. No, 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 that one, yes, another one. Так, хочу такой сырок, плавленый не хочу пока. Хотя вообще, конечно, так неудобно. Окей, okay, here fine. What we have here? We have baked beans. Окей, okay, one spoon, please. Okay. Это вкусное. We have grilled tomato. No, no, no. We have Indian food, South Indian food. I know it's nice, but I don't want. This one is... This one spoon also. Vegetables coming with sambar. One spoon also. Okay. So one spoon this, one spoon this. And also, do you have some eggs look like omelette? Omelette, do you have omelette? Okay, then I want order omelette. Okay. Here, no, 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 here, no. Nothing? It's fry. Salted mushrooms. Mushrooms, please, okay. Yes. Boil it. We have turkey bacon and chicken sausages. One sausage, please. You all like oh, I don't know. One круассан. Yes, one круассан. One круассан. And что еще выбрать? Народ, подсказывайте в комментах. А this one. Yeah. Что это? Малиновый дениш. Raspberry дениш. Okay. And omelette, please. Juice. Juice. It's not cold. Oh, it's cold. Cold. It's cold. If you need normal, I give it to you normal. Yes, please. Can you bring me room temperature orange? Orange. Okay, yes. And one water also. Okay? Все, мне сказали сесть. Я вроде как заказала. Немножко неудобно. Тыкаешь, говоришь, я хочу, я не хочу. Я не понимаю, что это. Короче, народ. Ну вот, так вот в отеле сделано. Но с другой стороны, хорошо, что отель работает. Многие отели закрыли, согласились. По крайней мере, сейчас будем пробовать и вам говорить, вкусно или вкусно. Ну, как тебе такое? Мне как-то непонятно, если честно. Чего да. Сразу не наложить? Чем ну, да, мне тоже тратить? Помнишь, в экзотическом отеле они же накладывали сразу. В Редис они нам приносили омлет, а остальное мы сами накладывали. Ну, да. В описании есть отелей в парке Абу-Даби. Да, только я не могу вспомнить. Личер это не чесночок тут, не? Мы его называем чечек. Мангустин. Мангустин это. Я вспомнила. Да? Он нам... А ну, давай пробуй, скажешь, что это. Ну, как ты еще почистил? Люди писали в отзывах про завтрак, да, так и писали, а ну. Ты узнаешь-то, мангустин или личи, а ну. Я не узнаю, но это очень вкусно. То есть народ, знаете, народ, что я скажу еще, здесь дико холодно, просто да, дико холодно. Мне не нравится, мне не комфортно. Я еще Наташе сказала, сразу одевай джинсы, одевай кофту. Угу. Ну, люди сидят голые, поэтому тут очень тепло. Скажи, да, что-то новенькое. А знаешь, что я не могу понять. Ребята несут такой... наши уже. Это тебе? Да. А это тоже? У меня мальчик расторопник просто. Угу. Спасибо. Да, у тебя расторопник. Угу. Какой если парня отрывал. Thank you. Просто намного расторопнее. Сейчас попробуем. Может, это маринованный? Да, наверное, это маринованный. Но вкусный вообще. Что? Дашка пока кушает фруктики, я буду пробовать эту штучку. Ну. Так, народ, сейчас попробую, скажу вам, вкусно ли это. Вот эта вот штучка меня интересует. Так не пойму, что это. Баклажан. Баклажан, но с чем-то он. Ну, это фаршированный чем-то. А ну-ка. Вкусный, но сейчас подожди, сейчас или пойдет, или нет так. Чуть-чуть острый, да. Острый? Угу. Я тоже себе попросила. Но так, чтобы не объесться. Три штучки такие добрые люди. Ну, а правильно. Сказала, я по штучкам взяла. Говорила. Сейчас я еще попробую. Здесь вообще сказала одну. А что это за сосисочка? Куриная. А я говяжью. Ничего. А я говяжью заказала. Обычно народ сосиски невкусные вот в отелях. Да. Нет, ничего. Такой завтрак. Я еще попросила омлет принести мне. Вот это весь твой завтрак? Я на фоне тебя там заказала практически все. Да, еще закажу, что я не могу. Еще подойти? Подожди, еще сладкое будет. Еще кофе будет. Горячие бинсы вкусные. Ну да, да. Вкусно, даже в основном не бинсы, а подливка, в которой она варится. Угу. Наташа, аккуратно. Ой, мне тоже привыкли. О, во. А вот как кушает Наташа. Только они все... Подожди. Наташа, молодец.
Смотри, как красивый тасовадик здесь. Ага, спасибо, сделали. Какой мальчик молодец. Тоже. А тут надо свечи. Так я понимаю, почему мой-то больше, быстрее принес. У меня же меньше так. Ну все, буду кушать, да? Да, все, желательно приятного аппетита. Да, спасибо большое. Спасибо большое. Ну что, Наташа попробует сейчас, что ей принесли. Вот, вот еще для Наташи. А, это для меня, подождите. Это я заказала. Это только просто я хлеб не заказывала. Ну, вот такая вот вкусная индийская. Ну вот это соленое. Да. And water please also, okay? Thank you. Так, ну, сачок-то я попью. Сок, по-моему, фреш. Нет? Ты же такой я вкусный. Я переспросила. Ты переспросила? Да. Ну, сок реально вкусный. Потом еще покажем, наверное, кофеек со сладостями. И я вам скажу еще, что я заказала омлет. Омлет можно заказать, только надо сказать просто. Если его не видно, не значит, что его нет. Заказала с сыром и с грибами. Ну, посмотрим. Да, надеюсь, будет вкусно. Ну, в принципе, стандартно. Да? Людей пока мало. Да, стандартно, но неудобно, что ты как бы за тобой человек с тарелкой ходит, ты чувствуешь себя, будто, я не знаю, странно, ты хозяин такой. Если бы с тарелкой записывают. Ну да, записывают за тобой, как, не знаю, вытирают все это, как раба ведешь, и он за тобой все подтирает, все делает. Но это странно. У меня вот такое чувство, мне неудобно просто. Хотя я понимаю, что это его работа, и лучше бы у него работа была, чем ее не было. Согласны, народ? Но теряется время. Свитерок уже приодела. Теряется время, поэтому люди писали в отзывах, что с рукой на экскурсии, ну, так сделано, чтобы отель работал. Потому что им так сказали сделать. Мы не знаем, как. Почти как в других отелях в Дубае. Чтобы в Дубае не было 2,5 года. Что? Сзади меня Дубай. Впереди Наташка. Пожелайте нам приятного аппетита. Спасибо большое. Вот. Начинаем наш мукбанг, начинаем кушать. И всем тоже хорошей вкусной еды. Вот мне принесли омлетик с сыром и с грибами. Надеюсь, что вкусный. О, много чего я покушала. Вот, Наташа все еще справляется с едой, пока кофе сладкое. Мы не пробуем. Мне вот эта индийская еда нравится. Там картошка, и вот я не понимаю, это все смесь всего, но оно острое. Да, всякие, наверное, специи, кориандр, да. И это вкусненько. Я тоже ложечку попробовала. В общем, народ, если вы в отеле, просто берите, пробуйте. По ложечке. Ну, тогда будет интересно, будет вкусно. Огурцы хочешь? Не, огурцы не хочу. Вот я уже справилась со своими блюдами, а Наташа заказала еще эту порцию картошечки с карри. Да. Смотрите, какая салфетка прикольная. То, что мы не видели салфеток, но я искала салфетку, оказалось, там лежали вилка и нож. Теперь можно развернуть и пользоваться как салфетку. Ну, я так думаю, потому что сырья. Ну, все, ты уже развернула. Я думаю, блин, где салфетка, почему не принесли? Ой, так наелась, сейчас время. Время пить кофеек. И я вам желаю попить чаек или кофеек. Подожди ты. Наташа вот не может просто встать, так наелась. Я не встать не могу. Ты говоришь, давай попробуешь кофе с пирожками. Я говорю, подожди, я наелась. Ну, хотя бы кофе, давай попробуешь. Вот из таких вот. Таких красивых кувшинов наливает кофеек. Саша говорит, он растворимый. Почему растворимый? Не, он не растворимый. Сказала, да? Обыкновенный растворимый кофе, не? Хотя, мне кажется, не... Не фонтан, да? Ну, да. У нас лучше дома. Сейчас пойдем кофе попьем, да? Ну, у меня что, сил нет уже пирожки кушать. Надо, видно, в салфетку заворачивать. Кофе от Масмарки. И носить. А я вот это съем. Это что-то было? Распберри. Ну, нормально, вкусненько. Нормально. А что здесь можно испортить? Не знаю, помнишь, мне там где-то были, круассан был невкусный, нас это удивило. А, в экзотическом отеле круассан был так себе. Кстати, а в Редисоне мы их просто набирали себе. Мы просто на пляж набирали круассанов, нельзя было остановиться. Да, они вкусные. Кто-то не жалел масла, наверное. Да, но у тебя было вкусно. Угу. Я не знаю, буду отдыхать сейчас, поем фруктишки и поем потом уже. Постараюсь поесть сладости, либо заберу их просто с собой. Ты снимаешь. Зачем? Ну что, народ, все очень вкусно, все съедобно. И по старому рецепту, по старой традиции,
забираем круассаны с собой, но не потому, что мы хотим их вынести где-то там поесть, просто нет сил. Конечно, мы не планировали прям таки брать вот круассаны, набирать и выносить. Не планировали, но просто вот Наташа не справляется с кексом, с круассаном. Мы попросили две дополнительные салфетки и просто завернули их, и сейчас заберем с собой, потом салфетки попозже. Или возле бассейна, или может пойдем туда сегодня. Уже, конечно же, их покушаем. Как ты это сделала? Ну, завернула салфеточку. Народ, вот такой у нас был такой завтрак сегодня. Действительно, какой-то немножко странный, но это правило отеля, и так люди выживают, чтобы не закрываться. Не вправе их судить, немножко неудобно, но все было вкусно, съедобно, мы довольны. Тут, кстати, мы сидим уже где-то минут 40, да, а люди приходят, такие американцы, какие-то европейцы, сели, покушали круассан, кофе и вышли. Подожди, такой, как можно круассаны, кофе? А кто-то наоборот. Да, мы так хорошо сидим. Наши мальчики работали, которые нас обслуживают. Ну, вот такие у нас дела. Так не только нас, здрасте, вот люди сидят. Да, есть, кстати, есть люди, которые сидят дольше, они сидели, когда мы пришли. А я люблю завтра, когда... во Вьетнаме, когда суп. Целая тарелка супа с утра. Суп-фо, да. Да. И в Таиланде тоже, как эти супы вообще наедаешься. Ну, целый день съел один супчик, и все, и свободен. Ну, в любом случае, завтрак вкусный. Что? Да. Пожелаем нашим подписчикам тоже хорошего дня, вкусного завтрака. В общем, народ, подписывайтесь, комментируйте. Всем добра, всем вкусноты.